Первую настольную игру для детей и взрослых выпустил Дербинский музей-заповедник. Она основана на культурном наследии древнего города. В ее разработке участвовали сотрудники научно-исследовательского сектора и редакционно-издательского отдела. Игровое поле представляет собой карту Дербента, где изображены исторические объекты и достопримечательности. По правилам, игроки, отвечая на вопросы по истории древнего города, должны добраться до кладов крепости на Рынкала. Кроме того, благодаря карточкам с фотографиями и аннотации, они попутно знакомятся с уникальными историческими памятниками архитектуры.